Приехали со свояком на другое место. Здесь тоже есть грибы. Ну, не знаю, будут они или нет. Вот мы теперь... Вон его голова торчит. Вон она. С женой заходит в лес. Я им объяснил, как выходить. Потому что они собирают грибы и двигаются в своем направлении. А я, конечно, двигаюсь тоже в своем направлении. И каждому охота собрать и схватить гриб первому. И никогда вдвоем нельзя ходить. А то можно поссориться в лесу. Конечно, мы будем раздельно ходить. И чтобы выйти из этого леса, я сразу им объяснил, как надо выходить. Мы опять поворачиваемся к лесу, спиной поворачиваемся к автомобилю. Вот к автомобилю повернулись, к спиной. Далее. Смотрим, где солнце. Одни тучи. А вот оно солнце. Вот, смотрите. То есть солнце мне светит в плечо. То есть мне нужно выходить из этого леса. Вот смотрите, я поворачиваюсь к дороге, выхожу из того леса, то есть в правую руку, в правое плечо мне светит вот это вот солнышко, которое спрятано за тучами. То есть на плечо. А я обычно по голове ориентируюсь. Если, например, я иду, нос у меня здесь, значит, в правое ухо мне будет светить солнце. Постоянно. Не по туловищу я определяю, а по уху, по затылку, по вот этому вот месту головы. Этому, то есть вот так вот делю его, как часы, эту голову. То есть я на 3 часа, то есть ухо на 3 часа. И вот так я выхожу на дорогу. То есть я опять поворачиваюсь. Теперь солнце светит мне на 9 часов. То есть в левое ухо. Все, пошел я в лес по грибы. Вот смотрите, нет грибов. А там машина стоит, вот смотрите. Не зря они тут стоят. Наверное, здесь очень много грибов. Также здесь очень хорошо собирать веники березовые. Здесь очень мало ездит машин. Тут фактически никто не ездит. Вот 3, вот это 4-я машина. Больше тут не ездит. Можно споткнуться и упасть. Так. Вот все сразу же одной тропинкой заходит туда, а я вот здесь вот посмотрю. Может, я здесь грибы найду. Тут тоже тропинка хорошая. Вот ищу грибы. Зайду-ка я в этот березняк. Видите, одни тропки. Эти тропиночки. Зайду я в березняк, посмотрю на входе. Вот смотрите, березняк. Я вот так вот сяду и вот так вот смотрю грибы. Вот таким вот образом можно посмотреть по всему радиусу. Грибов я здесь не вижу. Пустое ведро. Пойду дальше, глубоко в лес. И буду оттуда выходить. Обязательно покажу, как я буду выходить. Забыл рассказать про компас. Если солнце спрячется за облаками, конечно, солнца я не увижу. И если будут деревья очень высокие, макушки деревьев просто закроют это солнце, я тоже солнца не увижу. Обязательно нужен компас. То есть нужно определять выход по этому компасу. То есть я, вот смотрите, вот дорога, это вот машина. Я как бы встану спиной к дороге, направление того леса, в который я буду заходить. Вот я встал. И вот эту желтую стрелку я установлю там, где находится вот это вот солнце. То есть я вот так вот буду крутить. Вот смотрите, вот солнце туда. А я стрелку установлю на
направление к дороге, то есть мне в живот. Вот эта стрелка ко мне в живот. То есть направление идет он ровно. То есть если мы будем определять по голове, то солнце вон там находится. А если выход, вот эта стрелка идет к дороге. То есть там вот надо посмотреть цифру. Какая цифра? Так, цифра 60. Вот я вижу. Нижняя цифра. Вон она, нижняя цифра. 60. То есть я вот таким вот образом встану. Встану на цифру 60. А, 80. 80. Вру. 60. Так, 80, а не 60. Если бы я, например, вот так в лесу стою. Вот так вытащил этот компас. Стрелку направляю на 80. На 80. Значит, я встаю таким вот образом и должен выйти вон туда. То есть запомнить 80. Все, складываю. И пошел в лес. Сел, смотрю, грибы. А, вон гриб. Ну это уже переросший и сгнил. И вот гриб прямо возле меня. Тоже переросший. Ну хороший, мякоть хорошая. Оставим его здесь. То есть, раз такие грибы, значит здесь люди уже, возможно, и не ходили. Или пробежали мимо его. Не стали трогать. Время терять. И вот я хожу с пустым ведром. Но с компасом. Так, сяду. Внимательно осматриваю. Грибов нет. Я двигаюсь все глубже и глубже в лес. Дорога уже далеко-далеко, а я непонятно где нахожусь. Но при мне компас и солнце. То есть можно вот так встать и определить, где дорога. То есть если бы я смотрю туда, вот смотрю туда, встану правым плечом или ухом. На ухо это солнце мне будет светить. Значит, я держу направление правильное. Находится дорога там. Вон там находится дорога. Так, дальше буду двигаться. Главное, тишина. Никого нет. И грибов тоже нет. Ушел я далеко. Тут появились вот такие вот поляны. Одиноко стоящие березы. И нашел гриб. Мне надо все-таки один гриб все-таки сорвать. Ну, мне кажется, это хороший гриб. Отличный гриб. Все. Первый гриб прыгнул в ведро. Так, надо здесь вот еще раз поискать. Вот туда зайти. Так, определимся с направлением. Так, вот я вышел. А, солнце вон там светит. Значит, я поворачиваюсь правым плечом. Вот я повернулся правым плечом. То есть в ухо правое светит солнце. То есть дорога вон там находится. А, вон она, машина стоит. Вот смотрите, как здорово. Вон она, вдали машина стоит. Видите, как здорово. В лесу крутись, вертись, а все одинаково. Пойду с другой стороны посмотрю. Здесь высокая трава, не видно этих грибов. А их и нет здесь. Дальше будем искать. В это ведро грибы должны все-таки прибавляться.
Вон гриб, вон гриб, вон гриб. Ну, пошло и поехало. Хороший, тверденький. Ой, еще один рядом. Ну, просто замечательно. Повезло на этот раз. Приехали в то место, в которое нужно мне и приехать. Этот гриб был предназначен только для меня. Свояк в другое место ушел. Для него там тоже есть грибы. Смотрите, какая белизна. Даже здесь можно написать какую-нибудь букву, что я здесь был. Как бы не растоптать еще какие-либо грибы. Посмотрите, какой корявый. Сухой, но плотный. Оставим его здесь. Смотрю. Внимательно, не тороплюсь. Главное, чтобы свояк сюда не пришел. Как еще найду грибы, обязательно покажу. Таких грибов попадается очень много. Но не те грибы, которые мне нужны. Они какие-то мягкие все. Этот еще нормальный. Этот я заберу. Вот этот заберу. Этот тоже заберу. Этот хороший. Ну, вот эти вот пластинки убрать. И хороший гриб будет. То есть забираю. Ходил я налево и направо, зад вперед. Так, определимся, где я нахожусь, где дорога. И вот так в лесу надо постоянно. В общем, смотрю на небо. Хорошо я вот небо вижу. Ага, вот смотрите, облака. А вот сквозь облаков вот это вот самое яркое пятно. Значит, там находится солнце. Значит, я поворачиваюсь, чтобы мне вот это яркое пятно попадало в правое ухо. То есть направление дороги там. То есть там вот дорога находится. То есть вот так надо идти, идти, идти. Ну, вроде бы понятно. Грибов у меня немножко прибавилось. Но это уже достаточно, чтобы выходить из леса. Но затягивает это дело искать эти грибы. Повернусь, смотрю, тут березы. Думаю, надо вот сюда пойти. Понимаете, вот этот лес, он затягивает. Все глубже и глубже куда-то. Вот я зашел в березняк, и здесь какая-то вот тишина. И человек может испугаться именно этой тишины. И захочет выйти вот из этого леса. А тут, смотрите, ни одного солнечного луча нет. И одни только макушки деревьев. И небо, вот смотрите, какое. Солнца нет. Одни только вот такие вот облака. То есть однотонное небо. Вот как выйти? Куда плечо? Куда ухо подставить? Нет, конечно. Я сейчас вот вытащу
компас. Я знаю цифру 80. И вот эта длинная стрелка, я должен эту стрелку выставить на цифру 80. Сейчас установится компас. Так, стрелку надо на 80. Это будет 180. Вон она. Вон она, цифра 80. То есть начинаю вращать. Вот 80, вот она. Цифра 80. Вот я вот эту длинную стрелку установил. Значит, я вот так поворачиваюсь и смотрю на эту стрелку. Значит, дорога вон там находится. Значит, мне надо выйти туда. Видите, как просто. Солнца нет, а компас есть. Его надо брать всегда с собой. Если бы я даже компас не беру и заходим в какой-нибудь дремучий лес, я тоже опасаюсь. Зайти в такой лес без этого компаса. Ну, на этом, наверное, все. Я сейчас буду искать в лесу свояка. Буду кричать. Может, где-нибудь он мне и откликнется. Все, вот сколько грибов я насобирал. Вот этот гриб был последний. Вот здесь вот, как заходил. Ну, бывает... Конечно, год такой, что снимаешь майку и в майку складываешь. Вот в эту вот майку складываешь грибы. А в этом году, вот смотрите, грибов мало. Все, пошел искать свояка. Вышел на опушку, свояка кричал, так и не нашел в лесу. Вот теперь куда мне двигаться надо? Сейчас вот я посмотрю. Цифра 80. Так, стрелки установились. Вот и на 80. Вращаю, вращаю. 80. Так. Длинную стрелку. 80, 80. Так, вон туда. Туда пойду. То есть вон туда пойду. То есть вон они, макушки деревьев. Вот я вижу. То есть я должен вот туда пойти, могу вон туда пойти. То есть я вон держаться тех буду деревьев. Потому что здесь близко деревья, а те вдали. Вон туда и пойду. И буду искать свои. Прошел довольно долго. Также смотрю под березой грибы. Вот смотрите, назад иду и еще один гриб нашел. До этого я грибы и не встречал. Ну, такие крепкие, хорошие. Оставим его. Пойдем дальше. Вон еще один гриб. Вон гриб. Вот гриб. Возьму в руку, потрогаю. О, хороший. То есть, вот эту вот пластинку я уберу. Я их все равно, эти пластинки, не ем. Они мне не нравятся. Так, мне надо направление держать вон туда. Сейчас крикну. Свояк! Вот, видите, я нашел свояка. Нашел свояка, вот смотрите, у него сколько грибов. Ужас. Вот сравнить. Его грибы в ведро и грибы в моем ведро. Вот его супруга тоже набрала грибов. Много. А я ходил куда-то. Но все-таки я его в лесу-то нашел. И говорит, я собираю еще грибы. Тут грибов очень много. Переехали на другое место. И вот теперь я буду заходить опять в лес. В эти вот березы. Если посмотреть на небо, солнца просто не видать. Везде одинаковое рассеивание этих лучей на эти облака. Везде все одинаково. Но у меня в руках есть компас. Вот дорога. Это мое ведро.
Это вот машина. Я к машине спиной встану, чтобы понятно было. Вот машина. К машине спиной. Вот я захожу. Компас успокоился. Я устанавливаю вот эту вот желтую длинную стрелку прям на эту машину. И запоминаю там число. Сейчас вот посмотреть надо. Так, число 280,5. Там 280 и 200, а и 300. Так, 280 и 300, то есть пополам. То есть вот таким вот образом. Я должен встать вот таким вот образом, установить на деление между 280 и 300. Это и будет вот эта стрелка перпендикулярна этому автомобилю. То есть я должен таким вот образом выйти. Вот теперь я захожу в лес, определяюсь только цифр этого компаса. То есть не на солнце, теперь все, солнца нет нигде. Вот все, пошел в лес. Ну, вроде бы понятно, как зайти в лес и выйти из леса с грибами. Пока.